В Нью-Йорке открыли пентхаус для инстаграм-блогеров. Главное отличие квартиры в том, что в ней никто не живет. Ее предназначение – исключительно фотосессии для инстаграм. В Нью-Йорке открыли специальный пентхаус для фотосессий в инстаграм. Об этом в пятницу, 5 октября, пишет Business Insider. Площадь пентхауса – 2400 кв. Футов. Его можно снять только для фотосессий. Месячная аренда квартиры стоит 15 тысяч долларов. В квартире высокие деревянные потолки и выход на крышу. Блогеров также привлекают розовый диван и безупречно белые стены. Как сообщила автор идеи, 35-летняя Вики Сигар, в общении с популярными блогерами часто слышала жалобы, как им тяжело найти хороший фон для снимков и коротких видеороликов, им даже приходилось устраивать тайные фотосессии в дорогих мебельных магазинах. Именно поэтому к ней пришла такая идея. Ранее сообщалось, что в отеле The Mark на Мэдисон-авеню в районе Манхэттена открылся самый дорогой в мире пентхаус. Также сообщалось, что The Telegraph составила рейтинг самых дорогих отельных номеров в мире. Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.